Приветствую вас всех на своем канале «Орхидея от Татьяны». И у меня новая идея, как я своих реанимашек наращиваю корневую систему. Посмотрите, реанимашки у меня, суперреанимашки, вот они полностью без корней попадают, с вялыми листиками. Ну, данный экземпляр уже немного тургор набрал. Листик молодой внутри не растет. Ну, если так подумать, можно было просто выбросить. Но я хочу побороться за ее восстановление. Интересно, смогу я это сделать или нет? Вот это грибок появился, вот это какой-то бугорок. Его ковырять ни в коем случае нельзя, так как распространится и разлетится на другие орхидейки. А так, если его не трогать, ничего не будет. Сейчас я вот взяла препарат Максим и хочу обработать вот этот бугорочек. И хочу обработать корневую шеечку, которую я лечила, она гнила у меня. Это белая орхидейка Биглип. У меня есть видео. Видите, как она подсохла хорошо. Но здесь осталось черное пятнышко. Сейчас не могу зафиксировать. Вот, видите? Черное пятнышко. И я решила ее намазать Максимом. И дальше применять методы, которые я придумала для лечения этой орхидейки. Для этого мне нужно открыть ампулку Максима. И так как она не закручивается, очень неудобно придумали ампулку. И невозможно будет ее хранить. Одна подписчица мне предложила набрать это все в шприц и хранить в шприце. Но я шприц что-то не могу найти. Я его попозже найду. И перелью. Сейчас для начала откроем и сделаем то, что я задумала. Вот беру я ампулку, беру тампончик. Надо немножко постукивать, чтобы отсюда вылилась жидкость, препарат. И открыли, видите? Здесь ничего нет. Теперь я беру ушную палочку. Макаю в препарат. И мне нужно хорошо смазать шеечку корневую. Вот таким образом. Она впитывает так хорошо. Она подсохла, ничего там страшного нет. Но для подстраховочки я решила еще Максимом обработать. Можно было бы не обрабатывать. Она и так прекрасно себя чувствует. Недельку уже простояла. У нее все в порядке. Сейчас я вам расскажу, как я ее держу. На какой системе, чтобы она не теряла тургор. Немного запачкала. Все, я считаю, что хватит. Больше вот эти зеленые части Максимум я мазать не буду, так как он очень хорошо подсушивает. И мне не надо, чтобы зеленая часть подсохла. Только то, что мне, я считаю, что надо. И вот этот бугорок тоже хочу попробовать подсушить Максимум. Можно было бы его срезать, но у меня такая идея возникла. Думаю, зеленкой тоже можно. Но Максим больше сушит. Точечно вот так я нанесла. Все, пока я уберу, мне Максим не надо. Вот так уберу в стороночку. Потом наберу в шприц, как мне посоветовали, и буду хранить. А пока подсохнет эта орхидеечка, я вам расскажу о других орхидейках. Я ее вот так вверх ногами поставлю. И пройдемся по-быстрому по остальным орхидейкам. Смотрите, это орхидейка, которая росла в пеностекле. И у нее резко начал идти запах из пеностекла. И
Попортились все корни после того, как я ее выкопала. У меня есть видео. И осталась, вот видите, корневая какая ужасная. Это уже тоже, можно сказать, реанимашка. Не сильно реанимашка, но реанимашка. Намочила я ей стволик, корневую шеечку, намеренно. Так как я в этот стаканчик добавила препарат HB101. И на некоторое время погрузила вместе с шейкой совсем эту орхидейку. А сейчас я ее буду сажать на ваших глазах в такое новое придуманное мной изобретение. Я взяла вот такой стаканчик без дырочек. Теперь беру живой мох, который я выращивала в прошлом видео. Я вам показывала, ну, рассказывала, как я его выращиваю, как я его сохраняю. Беру кусочек живого мха, обмотаю ей стволик. Вот так. Красиво, чтобы было. И погружу в этот стаканчик. Но мне не стало плотно. Сейчас я еще добавлю мха немного. Я хочу, чтобы она плотно держалась в этом стаканчике. Я уже пользовалась мхом наращивать корневую. Очень хорошо удается. Если кто, у кого есть возможность попробовать, попробуйте. Очень хороший способ. Мне он нравится очень. Смотрите, какой красивый мох. Прям как будто бы только-только я срезала. Вот так его уложу. Вот. Вот видите, какая получилась посадочка. И легко, ничего сложного нет. Возьму вот этот препарат, который я ее, это бирочкой поставлю. Здесь я подписала, вот что это Black Mambo, черная орхидейка. Чтобы не забыть. Этот препарат с HB101 на краешек горшка. Вот так, смотрите. Бирочку отодвину, чтобы на орхидейку не попало. И налью на дно горшка, чтобы была внизу водичка. То есть весь мох я поливать не буду. А на дне, чтобы была вот здесь водичка немножко. Корней у нее очень мало, вы видели. И на ваших глазах я посадила эту орхидейку. Теперь беру вот такой горшочек. На дно горшка наливаю воды. Видите? И ставлю сюда, чтобы вокруг моей орхидейки была влажность воздуха замечательно. И вот так моя орхидейка будет стоять и наращивать корневую систему. И посмотрим, за какое время у нее появятся новые корешки. Сегодня у нас 11 апреля. Как только появятся корешки, я вам сниму видео и все расскажу, как с ней дальше происходит. Следующая орхидейка. Эту я откладываю в сторону. По ней все понятно, все хорошо. Тургор она не потеряла, у нее все замечательно. Я вовремя вынула ее из пеностекла. Теперь эта орхидейка, смотрите. Она у меня стоит в... У нее другая посадка. Эту свою реанимашку я посадила в чистый перлит. И у нее все хорошо. Посмотрите, растущий корень. Замечательные жесткие листья. Эти листики как тряпочки. Она давно их сделала такими. А после того, как я посадила в перлит, они немного восстановились. Эти новые, видите, какой новый листик вырос хороший. Эти все жесткие корешочки. Вон в серединке тоже проявляются вон корни между листиком. Растут. Это у нас черная орхидейка, как каменная роза. Еще она красивее, но черная, черная такая пилорик.
И вот листочек, корешочек растет. Ну, из-за чего я вам показываю эту орхидейку? Так как ее нужно уже поливать. Перлит просох, вот сыпучий, видите? И я хочу вам показать, как я ухаживаю за орхидейкой, которая растет у меня, наращивая корневую в перлите. Я удобрением ее не поливаю. Я поливаю просто водой с фильтра, ну, так как у нас хлорки очень много. И вот так вот, смотрите, смачиваю весь перлит. Вот так я ее поливаю по краешку горшка. Смачиваю весь перлит. Не путем замачивания в горшок. И вот внизу появляется водичка. Еще чуть-чуть надо полить. Видите, маловато. А я поливаю до такой степени, чтобы во втором стаканчике, она в двойном стаканчике, появилось воды вот столько. Затем я сливаю эту воду. И орхидейка стоит замечательно. У нее все не видно. Сейчас я в стакан перелью, а потом покажу вам. Вот, смотрите. По краюшку аккуратненько перлит впитывает. Вот, видите, проявляется вода. Вот. Так она немного постоит. Затем открываю нижний стакан и выливаю водичку. Перлит очень хорошо держит влагу. Это антисептик. В общем, мне нравится. Орхидея в перлите наращивает хорошо корневую систему. Вот так. Стекла водичка. И я выливаю. А остальное, сколько там стечет, остается в этом стаканчике. Вот так моя орхидейка стоит. Вот еще одна у меня орхидейка в перлите. Смотрите. Это каменная роза, она без точки роста, она сильно теряла тургор, и я приняла решение посадить ее в перлит. Вон один корешочек она имеет, маленький, вот видите. А так еще корневая здесь, и точка роста у нее здесь замокла, листочек резко начал выделять жидкость, гнить. И тоже она стоит у меня в двойном горшочке. Она сейчас полита, ее не нужно поливать. Вон есть влага, видите? И так я за ней ухаживаю. У нее все хорошо. И вот эта орхидеечка у меня стоит, в мху растет. Она тоже он растет. Какой-то деформированный листочек вырастила. Ну ничего, пускай какой есть, такой есть, видите? Как уже будет на дне горшочка. Вода, и здесь она в мху. И один единственный корешочек, он иногда дотрагивается до воды, когда я поливаю. Поливаю я тоже ее вот так, бирочку эту в сторонку, и заливаю сюда водичку. Сейчас ее поливать не нужно. Теперь посмотрим, как я ухаживаю за этой своей орхидейкой. А за этой орхидейкой я сделала такой горшочек из бутылки, из двухлитровой бутылки, вырезала и дно отрезала, и получилось у меня двойной горшок. В этом нижнем горшке я дырочки не проделала, я только сделала такая декоративная основа у меня. Паяльником я завернула, прижала, и такая красивая штучка. А здесь я паяльником поделала дырочки, и моя орхидеечка стоит в таком двойном горшочке. Вот так я ее... Здесь уже все подсохло, Максим высох, можно вам уже показывать. Опускаю вниз ее, и она вот так у меня стоит, как в мини-тепличке. Своей шейкой воды не касается. Вот она в горшочке в этом, в бутылке. И бутылка к воде достает, а еще вот такое расстояние вот к воде она не касается. И так она у меня наращивает корневую систему. Тургор она не теряет, у нее все хорошо, в таком состоянии она стоит. И чернота, вы видели, на шеечке не продолжает дальше
никакие свои действия, чернота остановилась. Гниль мы победили. Вот так я ухаживаю за своими реанимашками, наращиваю у них корневую систему. Еще у меня здесь тоже в перлите вот таберни монтана растет. У нее тоже все замечательно, все хорошо. Это очень тяжело укореняется растение, но в перлите оно укореняется. Вот такие вот на сегодняшний день мои реанимашки. Вроде бы я все сказала, как я ухаживаю за реанимашкой в перлите. Это в мхе. Это у меня просто над водой стоит. Удобрениями я их не поливаю. Так как если поливать удобрением, ну, в перлит, и перлит там соли образуются, и совсем другие получаются состав. В общем, не пользуюсь я удобрениями. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь вместе со мной на моем канале. Ждите новых видео. До свидания. А в следующем видео поговорим о болезни вот этой орхидейки. Видите, какие на ней сильные пупырышки. Молодой листик вырос. А посмотрите, какой он весь в пупырышках. Я еще начитаюсь хорошо. Узнаю, что это такое. И что с ней делать. И вам все расскажу и покажу. Этот листочек отличный растет. А вот этот предыдущий, это какое-то загадочное растение. И мне жалко его удалить. Просто срезать. Можно было просто срезать и выбросить. Но орхидейка, в принципе, пошла в рост. Вон корешочки, растущие корешочки. Все у нее хорошо. Но просто срезать. У меня рука не поднимается. Ну, посмотрим, что будем с ней делать. Всем удачи, всем пока!